the old perspective.
наполненный никотином и вкусный рыбный салат. Да, интересно, и все мысли.
я и Маша. Добрый день, уважаемые. Надеюсь, что у вас все замечательно, и мы снова с Машей вместе с вами в этот замечательный осенний день сидим в студии и записываем передачу «Мира скорее». Да, очень приятно вас снова встречать здесь и в этой стране. Осеннее время, погода прекрасная вообще. Ясное небо, высокое. В Корее обычно говорят, что высокое небо. Очень особенно. Вы это чувствуете? Да, очень. Я вот совершенно недавно с друзьями со своими по этому поводу разговаривал. В этом году просто... Да. Конечно. А еще говоря о высоком небе, мы когда были в России, мы как-то говорили о высоком небе. А вообще впервые это я приехала в Монту, я вообще не знаю до этого, что если небо может быть таким высоким. Это там, по-моему, жара есть, да? Да, все-таки. Но небо было такое высокое, вообще меня очень холодило это, вот я думала, что небо можно увидеть что-то осенью. Да, Думаю, наши слушатели уже догадались, наверное, что в этот раз мы будем говорить об осени, мы будем говорить о красотах осени, красиво, хорошо, уютно, и еще раз хочу сказать, что красиво провести осень скорее. Ну, чтобы не провести осень скорее, конечно, неизменно посещать разные осени скорее, но если уж меня посмотреть вниз, то не все-таки особенно осенью бывают такие специальные места, куда обязательно надо пойти, да, находиться в осенние ощущения. Да. Мы сегодня с вами и поговорим. Я думаю, те из наших слушателей, которые бывали, они знают, мы, конечно, с удовольствием расскажем о том, что вторые случаи два погоды на 4 сезона, и осень — это одно из самых красивых и одно из самых любимых. Да, но при этом, знаете, как-то там мне было слышно, потому что мы не ожидали, что мнение, что скорее здесь это вообще развивается 4 сезона. Да, я считаю, что скорее очень много развивается. Да, я считаю, что скорее очень много развивается. Да, я считаю, что скорее очень много развивается. Это первая страна, куда я поехала за ребёнком, это Россия. И, знаете, там проживала некоторое время, я поняла, что, да, Корея, это четыре сезона, отсюда развивается. Я приехала в Москву, осень, я приехала в Москву, осень была очень короткая. Да, поэтому я считаю, жарко было, потому что там московская осень, то есть очень красивая такая вообще, да. Здесь, наверное, вот, кстати, это интересный момент. Всегда во всех учебниках по корейскому языку и корейской культуре, в любом контексте корейцы создают, обязательно всегда сказано, что корейский климат – это климат с четырьмя ярко выраженными сезонами. Да. Для русских это очень странно звучит, поскольку в России тоже ярко выраженные четыре сезона, и русские не всегда понимают, почему корейцы работают. Но могу сказать от себя, что когда посещаешь, например, другие страны, такие там, особенно в Юго-Восточной Азии, да, Индонезии, Таиланд, понимаешь, что в этом отношении, конечно, это не отличается. В том же Таиланде там всего два сезона. Здесь вот нет пока. Конечно, зимой холодно, весной хорошо, летом плохо. Но для русских это не очень такой момент, поскольку у нас есть тоже 4 сезона, в России есть жаркое лето, холодная зима. Да, согласен. Ну, если, конечно, в Корее получается, что это каждый сезон не как-то 3 месяца, но где-то около 3 месяцев там бывает, ровно. Перепады менее сильные, чем они, например, в России. Да. Но здесь еще немножечко, мне кажется, разница в сейчас, эта передача выходит у нас в эфир, та погода, которая сейчас стоит в Корее, русские ее могут быть русские. А, вот это? Да. Это днем очень жарко. Это утром и вечером, мне что-то знаю. Да, да, да. Ну, в
просыпается, уже холодно. Это тоже интересно. А меньше тихо не жарковато, немножко, да, душновато. Да, грустно, назовут такую погоду летом. А, понятно. Это летом, это уже осень. Да, это уже осень. И часто скорее, что сухой праздник, как и тут, это уже осень, что да, потому что сухой праздник, как и тут, это обязательно осень еще, там холодно, надо было принести. Ну вот как раз об осени мы сегодня поговорим, так сказать, сейчас мы осень, скорее, это очень красивое время. Сейчас еще прям не начал цвести, скоро уже начнет цвести клен, поэтому сегодня мы с вами поговорим о том, этим великолепным воздухом, этим красивым небом, да. И вообще просто погулять с природой. Вот мне бы хотелось сначала нажелать, что-то быть открыто, да, и быть чужим даже не всем. Там прошла еще в городе Сумония, еще когда-то жила еще в Ванзане, но в основном я прошла больше там в Сиуле. Ванзан и Сумон, это все столичная площадь, поэтому окружение. Вот это вот.
Yeah.
что еще один, который установлен в медицинском центре ЮНГ в городе Ульяне, провинции Кунгеду. Именно это тоже важный Субтитры сделал DimaTorzok.